Вот такой вопрос. Мой муж делает ставки в букмекерской конторе. Это тянется уже несколько лет. То играет, то не играет. Из-за этого выплачивает два кредита. Периодически сдает свою цепочку в ломбард. Мама выкупает ее. Если бы этого не было, то, может быть, еще что-то он отнес. Брак венчанный, я в декрете. Двое сыновей, 2 года и 5 лет. Зарплату, конечно, не прогуливают, но происходит постоянная отдача долгов. Надоело. Как поступить в такой ситуации? Стоит ли разрывать отношения или нет? Тяжелая ситуация. Много таких людей сейчас вокруг. Кажется, что можно легко заработать, а на самом деле люди очень многое теряют. Иногда теряют все, и самоубийства бывают из-за таких историй. И полное крушение жизни происходит. Не надо уходить никуда. Не разрушайте и себя, и вашего мужа. Но добейтесь того, чтобы он это оставил. Ведь ничего тут такого нет, что было бы невыносимо. Никакой страшной боли, никакой войны, тюрьмы, жизненной какой-то тяжелейшей трудности, через которую проходили люди очень часто в 20 веке, и ничего они при этом не делали с собой страшного и не увлекались вот такой чушью. Сходите вместе и к священнику, может быть, и к какому-то специалисту светскому. Убедите. И силой молитвы тоже помогите вашему мужу отказаться от этой дурацкой, разрушительной привычки. Ничего она никогда не принесет хорошего. Только разрушит. Нужно вот просто дать Богу обет, что он отказывается от этого, а вы помогаете ему жить так, чтобы не было скучно, чтобы и налаживалась профессиональная жизнь, и в семье человек радовался, а не унывал и не тратил время попусту. Все возможно. Помощи вам Божией.